Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и по многочисленным просьбам, а также по итогам популярного стрима по пятой циви, я решил записать и FFA сериал Sid Meier's Civilization 5. Давненько их не было на канале. Правило традиционное. Карта Пангея на шестерых. Запрещено откладывать ученых. Их надо либо сразу использовать и получать науку, либо сразу в академию запихивать. В начале хода можно атаковать только одним юнитом до прогрузки этой атаки. Запрещены шифт-ходы. Также здесь запрещены научные договоры. Нельзя строить атомную бомбу, а ядерную ракету можно запускать только после открытия технологии мотопехота. Ну и такие мелкие правила, как высаживаться парашютистами и XCOM-ами только в начале таймера, то же самое в первой половине таймера. То же самое касается и перекупания городов-государств, то есть не в конце таймера это делать. А так, в принципе, обычная партия в пятую циву. Приятного вам просмотра, только, пожалуйста, воздержитесь от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников. Кайф. Так, ну я загрузился. О, чё-то говнище. Ох, веселая катка будет, походу. Не знаю, около веселого, у меня говнище. Шлак какой-то. Не, ну у меня типа тундра, снег, равнины, мне будет весело. Веселее. Тундра, снег, равнины, это за кого играешь? Ты такой старый. За Японию. Не играет же, играет. А вот. Ой, как-то это... рестарт, однако. В смысле? Что? Это просто плюсик. Нет, это что, я загрузился и хожу. А, я думал, ты за рестарт уже. Да, обычно за рестарт их делают. Не, ну у меня тоже не очень место. Я считаю, что это как раз прикольно. Начинаем играть, и каждый... Сказать, что, блин, все будем рестартить, пока у всех классное место не будет. Пойдем на NQMap и будем там рестартить. Идеально. Нет, ну там гора. Это просто неинтересно, на самом деле, играть никакой, даже думать не надо. Ты рождаешься в столице 4 коня и все люксы. Я считаю, что NQ карту, если только для дуэли играть. То есть, чтобы более-менее равные места были. А если FFA, так FFA в том-то и смысл, что кто-то в говне сидит, кто-то хорошо развивается, когда против него все объединяются. Потом кто-то в говне сидит, пока все воюют, там вырывается вперед. Да, кого-то уля не будет, тогда начнется спор. Да, да. Но тут же шестеро человек, шестеро. Ладно, уголь легко контриться, но если вы попал в идеологии, то можешь выйти. О, Леша, классное место, сразу поставился. Ну, я послушал, что у всех говнище, я решил, что искать нету смысла, лучше. Гогу носить. Так. Ясно, кто лидером будет. Объединяемся. Амбарный ресурс есть, поэтому... Да, нет, он изначально будет лидером, он лучше играет. Старые схемы все против Халецка. Как я лучше играю, если я пятерку вот две недели назад впервые, наверное, месяцев за 10 сыграл. Я сейчас буду все вспоминать вообще, что тут происходит. Что делать надо. Мне были на выбор... Последний раз пятерку с ниндзя играл. Поэтому шестерку надо, Лёша, удалить. Ну, понимаешь, шестерка уже как-то посвежее, все равно поновее чувствуется, поэтому и... Мне что-то не зашло. Ну, это же тоже хорошо, понимаете, что это разные игры. Кому-то не зашла, тот в пятерке остался, кому-то зашла, в шестерку перешел. Но это... Вы... Вот почему-то странно, у меня часто люди в комментариях там что-нибудь спрашивают, а что вот лучше, вот это или вот это? Блин, так обе игры хорошие, сидите, ну, получайте удовольствие от той, и от другой. У меня в столице, чтобы ты понимал, Лёша, ни одного и картинки. Зачем мне тебе? Ну реально, ни одной картинки, ни одной. А зачем? Ну так откроешь лошади этих, там весь экран осыпется. Да, и потом у тебя будет все в уране, в этих, в угле, представляешь? А мне тебе выносить придется. Ну. Половина столицы будет в снегу у меня, я понял. Короче, я поплакался, а из меня еще виноватого сделали. Офигенно. Ну да. Хотя бы без этого-то. Обычное дело. О, уже пантеон. Ой, кто-то. Ничего ясно. Себе. Второй ход. На пустыню. Ясно, понятно. Это ты сидишь без картинок, но с пустыней, да, Безумикс?
Нет, я у меня ничего нету. Леш, серьезно. Это не я же взял Вандалу. Такие сказки. А какие у нас там нации были? Наверное, майя. А у кого майя? Майя у меня, но я пантеон не брал, Леш. Блин, кто ж мог в пустыне появиться? Вот тут, наверное, надо будет города ставить, но я пока... Сюда, видите, тут горы, горы. Короче, вокруг меня одни ЖВшки. Ну, Хонор. А тут... Мне кажется, уже он появился, походу. Так, подожди, какие у нас... У меня Вашингтон в полной... Акции. Для кого эти могут быть джунгли? Вообще. Ну, у меня даже картинки нету, так что ты еще нормально, поверь. О, я на краю карты. Поле. Продам снег, недорого. Ах, давайте, наверное, еще скаута. Там кто-то в пустыне живет, можешь. Или, блин, толкать. Монументик. Давайте монументик построю, потому что я уже примерно понимаю, как я буду расселяться здесь. Так, тут сверху явно джунгли сплошные. Думаю, мне кажется. Но он же не захочет свой песок продавать-то мне. Ты что спрашивать будет? Приди и забери. О, ну, привет. Сначала найти надо. Кто это у нас тут? Кто там у тебя? О, вот ты пришел к моей столице, можешь посмотреть. Там ничего нет вообще. Ни руины, блядь, ничего. Да у меня тоже пустыня, блядь. Ну как пустыня тут, половина. Так вот кто взял, ты взял пустыню. Ну и потом посмотрите и увидите, что это не... Да, однако, кто же построит Петру? Да, балабол. Блин, не успел. Интересно, делаем ставки, у него есть Петра? Ах, у меня тут нету еды, куда мне переключать? Жалею, что я, типа, в свое время, типа, много, типа, побалтывал. Потом начинаются всякие вот такие вот. Я чисто для фанчика болтал. Я даже расти не могу, ну, ребята, пустыни. Вот представьте. Я просто не могу даже расти. Зачем тебе расти? Жесть. Знаешь, детство... Рост — это зло. Детство — лучшая пора. Ну это жесть, это реально жесть. Зачем тебе это? Ну так нормально, теперь можно всю игру сидеть и говорить, ребят, у меня все плохо. Да у тебя же там горы, блин, инк. Так я, ну и что, гора, больше горы ничего нету. Ну все. У тебя хотя бы гора есть, знаешь ли. Ну, у меня вон равнинная пустыня, я ж не жалуюсь. Вот где Майя, вот он жалуется, что поэтому у него все плохо. Сразу взял. Ну-ну. Так ты ж можешь посмотреть, кто пантеон взял, ты ж меня нашел, ты увидел, что это я. Блин, я рядом с ниндзя, я тут нашел пустынную равнину в одном месте. Где-то тут надо город ставить, пустыня, видимо. Тут производства как-то нету вообще. Я что-то не понимаю, как понимается баф тренировка на высоте? За что он дается? Ну, есть в смысле, да, что жара. По холмам ебашишь. Типа, иногда он появляется у меня, иногда нет, я не понимаю, как это происходит. Килиманджаро. Понятненько. Гора такая. Кто-то чудо нашел, здорово. Привет, ниндзя. Здорово, братан. Ой. Я прыгаю. Я так и сказал, что Синай. Так, я вот где-то тут хочу город ставить. Я в пустыне. Явно. Вот тут, кстати, неплохой город будет. Если что, как-то сюда пройти надо. Вырваться. Блин, может еще одного скаута лучше. Забирай хоть все. А, ты это, я с американцем разговариваю. Да, блин, да, да, я думал, тут будет две еды и производство. Блин. Ну придется. Вот ты вообще будешь что бы влево. Там, во-первых, конец карты, а во-вторых, там еще и петрусовый. Четвертый уровень, правда. Вот понимаешь, это вот неправильно сказал. Ты бы сказал, что ты там разведал, я бы не пошел. Не, ну я мой тут скаут, как бы... Не, ну это жесть. Три религиозных РГГшки вокруг меня. Ну всё, будешь фанатиком. Разве это плохо? Блин, первым ли я его встретил? Я не обратил внимания. Надо вот тут, конечно, будет сейчас еще посмотреть, но так мне хочется город вообще сюда к Синаю переть. Единственное, что тут варвары, но для этого у меня сейчас будет... копье для защиты, в принципе.
Нидя, от того места ты далеко или нет? Блин, насколько динамичнее все-таки пятая цила в плане. Если ты на соль хочешь поставить таймера. То, ну, тут традиции, проблем. Естественно. Развиваться будем близко, не, ну, никого нету. На соль это нет. Ребят, Варшава от меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 клеток. Плохо. Время ее забирай. Просто я может, хотел. Может, у нее спот хороший. Хороший, просто я хотел поиграть чуть-чуть, а тут получается, ну, в принципе, поляк, если он нормальный игрок, он сейчас должен прийти и меня забрать. Почему забрать? Потому что город под горей, ни одной картинки, как бы, ну, эта игра закончится. Ну, я бы так сделал бы. То есть, ну... Останьте в живых. Ну, вообще, вообще-то у тебя куча территории, судя по тому, что я вижу. У меня нет территории, у меня поляк справа, и ты внизу. Я не буду в твою сторону селиться, я тебе могу сразу сказать. Поэтому у тебя куча территорий. Ну, во всяком случае, вот между нами вот эти джунгли, которые нас разделяют. Выше джунглей я не буду селиться. Потому что там бар сразу построить. Не хочу. Я, тут, я не думаю, что тут имеет смысл спешить с поселенцем. Хочу получше тут территорию разведать. Ага, японец здесь есть. Ясненько. Ой, печально. Ну вообще, вот такие старты это типично для майя. Это их минус, что у них такие дебильные старты всегда. Привет. Крафта, а ты разве в прошлой игре как раз не играл за Японию? Не, я за Китай тогда. Нет, стоп. За Японию, да. Ну, тебе не надоело? Японяка. Ну, нет. А, чья гра Синай будет? Моя. А, как далеко от нее? В 6 клетках. А, ну, так ты собирай, так же быть. Ну, столица, точнее, в 6 клетках, а тут я еще город поставлю. Ну давай что-нибудь хорошее. Календарь, очень неплохо теха открылась. Это... Майя, убей этого. Это я пути. Неплохо зашел. Это ты на золото не стал. Так, пойду... Сюда постепенно. О! Слушайте, а за нахождение первым города-государства сколько денег дают? Я уже забыл. 30? 30. Как я первым нашел? Ну вот тут неинтересно ставить, то есть выглядит так, что где-то здесь поставлю город, а второй тут, рядом с Синаем, вот только надо решить где. Может прям вообще под Синай, чтобы тут и коровы. Чего ты так медленно растешь, поляк? Ты что, этого строишь, поселок? Да. Не буду чудеса идти, буду чисто в развитии. О, дубовый мир. Чтобы я. Он где-то обнажил. Там. Вольс, ты пришел, а только откуда? Я все разведал, нет тебя. Да, я левее намного. Твою культуру получил. Слушай, поляк, да, а справа получил. От тебя там есть КГшки? Там только Вашингтон. Нашел. Сюда встану, чтобы он не мог пройти следующим ходом. Можешь с нее голды стрясти. Тут у него что скаут, было? Ему будут эти варвары мешать. Так, что ГГшки хотят? Что у нас по силе? Слушайте, я мог, наверное, взять с кого-нибудь дань своим копьем, тем более, что я первый. Надо попробовать подойти к Веллингтону копьем. Давай сначала защиту пообещаем. Без руин? С руинами. С руинами? Ни одной не нашел. Жестко. Так, пойдемте... Да, единственное, что тут счастья у меня нету. Видите, слоны, вино и цитрусовые. Пока все. А варвары. Так. Париж, Париж вырос. Попробую дань собрать. Или я все-таки... Не, пока первый. Я боюсь, только одного копья не хватит. Я еще далеко.
Я хочу вырастить, ну, поставить амбар, потому что это будет дополнительная еда. Или тут варвары. Лишь японец. Вот этот я уже не первый нашел. Так, ну приблизительно понятно. Единственное, что меня смущает с моими следующими городами, это то, что у них не будет никаких ресурсов роскоши. Да, вот видите, серебро далековато, да? Я хочу где-то вот тут ставить. Так, строим селенца. Ну 6. А, да, ставлю. На всякий случай. Очередь с поселенцем сделаю. Так, подойду к Веллингтону. Еее. Отлично. Страт баланс же был? Угу. Помнят руки. Что-то. Здоровый ниндзяка. Здорово. Прячешься в джунглях, да? Да. Скрылся. Пацаны, первую руинку нашел. Да, там будут лагеря варваров. Так, ну что, постою пока тут, знаете, то есть тут засвечивается территория. Я думаю, что я могу провести поселок вот так. Раз, два, три. Считаю, это успех. Четыре. Пять. Ой, счастливчик. Долговато. Вести будет, ну. Ох. Ну тут Майя где-то вот тут надо расселяться. У него гор нету, а у меня все под горами будет стоять. Блин, не нравится. Варвары. Не давать ему, конечно, проходить сюда. В принципе, вот видите, проблема, этот лагерь, он будет мне явно мешаться. Ну, это, бля, карта. Я могу сбегать у Квебека рабочего спереть, думаю. Так, что нам надо? Могли жителя дать, жадина. Давайте, наверное, открою, да, охоту слонов, чтобы обработать. Фига себе у поляка, конечно, старт. Когда мне тут пустыня повстанется? Какая пустыня? Что это вот за... Сколько у тебя амбарников тут? Золото. Уже 4... Пустыня. Какая пустыня? Кому ты рассказываешь? Я пришел с того... С той стороны, где у тебя пустыни нету. И тут у тебя... Ну так, а с другой стороны пустыня, полустоль. Да еще и соль, кстати, снизу. Ну, ясно. Полустоль неравненной ветой. Я вот понимаю, почему Майя плачется, но что ты плачешься, мне непонятно. У меня за компанией. Ну, Майя, ну, действительно грустно. И он даже если расселится, у него, ну, грустно будет. Так, хотелось бы, конечно, его убить следующим ходом. Так, давайте вернемся, тут все разведаем у них. Поляк, кстати, может вполне сюда повести город ставить. А ты не у горы поставил, да, Варшаву? Нет. А чё тут вот гаражи прям вот? Вот. Я не видел уже. Я появился в лохчине. Там что за холмами не видно. Производства маловато все равно в Париже. Вот этот город будет производственный. О, двое. Блин. Нехорошо.
Ну что, нету еще рабочего? Выбег, где он уже должен его делать? Может даже сделал, просто какие-нибудь клетки он обрабатывает. Я бы спер, конечно, рабочего и повел сюда, к Парижу. В четвертом радиусе мрамор есть, это хорошо. Блин, меня тут вполне могут подселить. На самом деле, я не знаю, где японец тут еще, но вполне вот эти... Так, ну вот, майя, поляк, японец и я, понятно. А Полинезия с кем там, с Америкой далеко от нас? Кто-нибудь их нашел? Найти вас надо еще где? Я Америку нашел, то есть Полинезия Америку нашел, и там еще Польша... Блин, придется сюда идти. Ну, Полинезия выходит левее меня дальше. Ну, точнее, правее меня дальше. Он далековато может. Так, ниндзя, куда это ты повел поселенца? Расскажи. Ставить. Но куда? Вниз. Ну, я ж не буду там майя, что... Да, майя разнылся. Куда вниз? Смотри, ты я надеюсь, ставить? Ты не на вино собираешься ставить? Не, не на вино. Я просто даже не знаю, где вино. Он вниз ведет, он не к тебе ведет, он вниз. Вниз, вон к соли своей. Ага. Следить за этим. Мне надо, чтобы тут вот осталось место хоть какое-то. Глянем, нету ли рабочего. А, ну, так, клетка и все. Буду я на соли, пацаны. Или ты против? Ну, я не знаю, где ты конкретно будешь ставить. Если... А, прям конкретно на саму соль ты поставишь? Да, что ее обрабатывать еще? А, ну тогда не против. Так, давайте-ка рабочего сначала. Смотрите, хорошо, что я тут включил поселенца. Я бы забыл. Я вот прошлый ход забыл переключить. Так. Так, сделаем. Угу. Еда. Два амбарных ресурса. О, а чё он туда пошел обрабатывать? Чё он ту клетку? Потому что, наверное, я тут тушу, надо отойти. Тусую, тушу. Отойти. Сверху откуда-то вару... А, с этого лагеря. Так, ну примерно диспозиция понятна. Вот, меня вот эти варвары, конечно, очень волнуют. Блин, ну вот это плохо. Он сюда встал. Мне придется вот так делать. Сейчас этот варвар сюда встанет, и мне через речку хреново перешагивать. Я не могу проатаковать. Я надеюсь, ты рабочих трогать не будешь, ниндзя? Ты моего рабочего украл, алё. Я к нему шёл. Ну ладно, прощу тебя. На этот раз. Коляски открою. Случай. Не помешает. Мне, я хочу сюда прорваться скаутом и тут стоять спокойно. Тут, конечно, вот проблемы с этими варварами. Почему они... О, отлично. Дают пройти, слава богу. Это очень хорошо. Тут отойди стоим. Скаутом, а, Инджи? А не я могу ходил. Блин, я пройти не могу сейчас, ну. Ждем. Не могу. Когда пройти, он тут обработает больше. Клетку и пойдет. В смысле, ты ж можешь сюда оно не идет, я не знаю почему, понимаешь? Не проходит глюк какой-то. Блин, ну на следующий. Я должен стоять на пряности. Я не могу стать, понимаешь? Я не знаю почему. Так ты можешь на вес стать. Вот. Я не могу, я бы с радостью стал. Ты ж вот только что стал на овец. А должен был стать на пряности, так бы я быстрее дошел. Ну ладно, ладно, все нормально, я еще ничего не говорю. Да, ниндзя, но с тобой проблемки будут. С кем? С Америкой. В смысле? Что-то все так рядом, ну, мне получается. С другой стороны, гор придется горы ставить, у меня больше места нету. Чего ты со мной воевать хочешь?
Я какие... не хочу воевать. Я же к тебе по-хорошему, слушай. От Кракова будет в 5 клетках. Ну, блин. Ну, надеюсь, мы поделимся как-нибудь. Пони сюда встал. Тут появится какой-нибудь варвар, могут убить меня. Так, ну давайте теперь все-таки хорошенько подумаем по поводу того, где город ставить. Синай считается горой. То есть, если что, обсерватория... Почему я хочу Синай? Чтобы достать до вина. Что достать делать? До... Уже мудрее коров. Мужчины. Ну и более... То есть он вообще как бы расти будет очень медленно в начале, этот город. Есть вариант вот сюда поставить. Тогда будут и коровы, и цитрус. Может, все-таки сюда, действительно. Синай мне не нужен так быстро, Синай, а зато... В будущем и до коров я достану, и производства тут больше будет у этого города. Ну, тут, конечно, Петра нужна, хоть в любом случае. И тем более я быстрее город поставлю. Да, наверное, стоит сейчас ставить город. О, повел. Рабочего доделал. Так, куда... Что мне обрабатывать? Лошадей, да, лошадей? И тогда сюда еще город влазит нормально. Или может даже сюда поставить, чтобы специи достать быстрее. Ну, я надеюсь, ты будешь помнить мою доброту. Какую доброту? В будущем. Но я ж тебя не подселял, хотя мог. А куда ты мог меня подселить? Ну, под гору вон туда поставить. Вот видишь, где у тебя... Ну, короче, там, где вот у тебя... Ну, эти... ты понимаешь, что ты вообще выселён... Нет, это не подселять, чувак, это называется, знаешь... Ну, это как, агрессия называется. Не-не-не, это не агрессия, это называется поселиться на морду. Ты можешь поселиться на морду, пожалуйста. Фига себе. Я хочу все-таки, чтоб ты помнил все-таки. Что помнил? Чтоб я не поселился на мне на морду? Да, это я хотел с миром прийти. Ну, и чтоб ты ко мне с войной не пришел. Ниндзя в волю и пирамиды уже построил? А, то есть ты будешь воля традиции играть вообще? Или как? Или что? Традиция на стандартный шаг. У меня есть на канале гайд про игру через что, волю как? И традицию. Не скажу. Вместе ну, за поляков. Поляк дополнительные пошли. Социальные политики получает очень, очень неплохое развитие таким образом происходит. Что-то тайна великая. Так. Ниндзя, у тебя кроме соли что-нибудь еще на обмен будет? Ну, я не думаю, что тут японец где-то грамотно. Близко поселится. Без сомнения. Так, что мы прокачаем? Наверное, дрил прокачаем. Не должны убить, если что. Иду, полечусь. И... Да, счастье берем. Так. Надо... Ой, надо бы вспомнить. Слушайте, а лагерь, он какой ресурс дает? Ну, в смысле, постройка лагеря, что добывает? Слонов? Нет. Свинок? Нет, блин. Золото, производство. А плантация? Золото. Тогда, значит, сначала лагерь. Спасибо. Так, идем производство амбар. Сейчас на Польше. Нормально, нормально. Да, бедная, несчастная Польша. Может, и не так? Ну да, у остальных же все тут отлично. Ну вот видишь, у всех отлично, а Польша несчастна. Ну,
Да, жалко как-то. Некому меня пожалеть. Ну, лошадей пойдем обрабатывать. Какие-то задания от городов, государств, куча. Квебек хочет этот лагерь и найти земли Японии. О, так я могу тут с Квебеком скоро отношения. Ой, София апельсинчики хочет получить обратно. Давайте, наверное, железо откроем. Железо, а потом библиотечку. Блин. Сколько тут стоит эти 5,75, это где-то сотка будет стоить. Надо деньги найти на эту, на этот Синай. Но он классный, он еще и 8 этих веры дает, это классно. На самом деле. Ну и поведу сейчас этого. Я вот думаю, только сюда, наверное, стоит ставить город. Вообще страшно, потому что поляк может прибегать колясками. Тут вот такое поле открытое. Захватывай, не хочу, называется. Может тогда вот куда-нибудь сюда поставить? Не, ну я ж... Что я хочу, чтобы специи захватить? Можно уже... Обрабатываем. Обманули вы про лагерь, он тоже золото дает. По экономике. А, в смысле производство в экономике, когда экономику открою, будет производство давать? Нет, золото. Да нет, я имел саму именно постройку. Если я строю лагерь, то что будет ресурс, что дополнительно появится? Молоток. Нет, золото. На оленях-то производство зачем? На оленях, на бизонах появляется молоток. Блин. А не золото. А на слоне золото. А, так на слонах. Это ж единственный люкс, который... Лайрик, который дает золото. Ну вот, вот, вот и странно поэтому. Так, раз, два, три, четыре, и на пятый ход ставить будет. Океан растет. Ну тут производство будет дальше. Так, в Париже что? Караван, наверное, еще рано. Хотя... Подождите, через сколько? 8 ходов амбар, караван 5. Давайте какой-нибудь юнит построим. Ух. И куда это мы тут посело ведем? На речку. Водицы попить. Нельзя, все-таки я в пятиклетках, мне больше некуда ставиться. Буду эту пустыню ставить. Я только мрамор заберу, как у тебя пятому радиусом. Нормально. Кракова. Нормально. Вот тут бы Петру, ставьте, конечно. Ну блин, хочешь, блин, там кто-то взял пантеон прямо на пустыню. А кто в итоге пантеон на пустыню-то взял? А? Великанец?
Ну что там, круто? Идет он в Петру, нет? А, я его не встретил, я не могу посмотреть. Что вообще, Дарья? Что пооткрывали-то мои соперники? Давайте глянем. Кто-нибудь? Еще никто в классическую эру не вышел. Семимильными шагами. Сирачит. Так, библиотеку кто-то открыл. Не гундяй этот. Кто? Гундяй? Ты на патриарха гундяй. Там что-то? Так, осталось только Лёшу найти. Да. Ну а что мне и американца надо найти, и этого, и полинезийца. Это что, я один? Ну, Полинезия за Америкой. Америка взял пантеон на этот. Да, он уже сказал. Уж эти американцы. Жизни не дают простым людям. Все-таки сюда, наверное, ставлю. Так, а что у меня с железом? Железа у меня дофига. Это здорово. Так. Париж, надеюсь, как раз железо захватит, да? Майя, ты ниже Тикаля с лагерем разобрался или он еще там стоит? Нет, он стоит. Ну вообще, мне бы где-то и четвертый город бы поставить. Но это не сейчас. Народ, спасите, помогите. А что случилось? Жизни не дает. Может, армию построишь? Как тебе такой вариант? Так вроде есть, вон просочились собаки. Рост. Тупо как крысы. Ох, а что это за поселенец такой пробрался к моим границам? Так, ну теперь можно караван, наверное, построить. Какие-то твои границы, это так же далеко от Варшавы, как и от Парижа. Но это будущее моей границы. О, это угроза? Это намек. Это констатация факта. Ну, если тебя там варвары насилуют, то... Я предлагаю помочь. Да. Я так-то пошутил, пацаны. Чего вы сразу это накинулись-то? Да, сразу будет купить. Ну, мы еще не накинулись. Выкупить, естественно. Если ты позволишь? Шакалы. Ну-ка, узбагойтесь. Ой, это вот оскорбительно. Называть нас так. В смысле? Так вы так поступили, я назвал, как поступили. Ну, может, не поступили никак. Ну, это пока. Пока. Но вы хотели. Все больше звоночков для ниндзи. Да. Сейчас объединимся против топчика. Да, обзывается. О, вот где японцы. Здесь это его столица или так вот всегда. Второй город? Так, пойду к этому лагерю, попробую зафармить его. Ничего даже не сделал никому. А уже начинается вот это вот. Гнилые вот эти разговоры. Дайте четвертый город поставить, и все, я отстану от вас. Ну, ставь, я не против. Четвертый город до того, как этот выйдешь. Надо тут исследовать. Если это не столица японца, то где-то тут можно ставить тут еще. Хусаров тут можно и слиться. Вы меня все тут задушили уже. Окружили демоны. Так у всех такая же ситуация. Видишь, мы договариваемся. Я, например, не селюсь вон сверху от Парижа, чтобы там Майя мог поселиться.
Ты я тоже в сторону Майя не селишься, чтобы он поселился. Сверху над Парижем, чтобы Майя мог поселиться. То есть ты мне предлагаешь, чтобы ты поселился мне вообще бы на лицо, да, откровенно? И ты мне говоришь, что ты мне что-то еще сделай, я не могу понять. Чувак, ты мне, ну, я не понимаю логики. Безумник, что за агрессия началась? Не, я просто повтори, я прослушал. Нет, ты просто все время говоришь, что ты сделал мне какое-то дело, что ты не поселился ко мне поближе. Чувак, у меня столица стоит в 6 клетках от тебя. Если бы ты поселился ближе, это была бы сразу прямая агрессия с твоей стороны. Ну, я защитил бы себя. Давайте, еще один караван тебя откроем. Какая хорошо, агрессия. Я же не против, я тебе про другое говорю. Ну еще тут, уже а нет лагеря. Ладно. Я тебе говорю о том, что ты мне ничего плохого, хорошего, плохого не сделал. Ты город поставил, как поставил. Я же тебе ничего не говорю. Мы могли бы в войне ввязаться, заупорваться. В этом плане имел в виду. Да, слоны у всех есть на карте. Хоть нет, что-то положить. У меня нету. Просто тут агрессия какая-то пошла. Бляка. Какая агрессия? Где ты видишь агрессию? Да ты бы канул так, что я тут... Это... Да не, ну просто я тебе говорю про другое, что я тебе, ну, просто, ну хорошо, мы не селились друг другу на лица, и мы молодцы, так надо играть, правильно, нельзя селиться на лица, все, мы молодцы, ну, все. Так, все. Майя, поляк, я хочу вот этот лагерь забрать, который ниже Тикали, да, ниже Родзи, то есть не будет там никто? Да я тебе даже помогу его забрать. Давай, помогай. Ну так я забрать имел в виду, они. А, то есть мне на твоего. То есть мне твоего скаута беспокоиться можно. Да, шутка была, но что. Еще один пойдет быковать. Да ты. Да ты. Что-то сегодня у тебя как-то не это. Все слишком близко к сердцу принимают сразу. Что-то не так. А, это не столица. Вот это, наверное, столица все-таки. Японцы. Со всеми дружить. Я вообще не против, давай дружить. Насладиться игрой, а не войной какой-то. Что там, кстати? Традиция. Традиция. Затрачу территорию. А где-то мы полинезийцы с тобой встретились? Я не понял. Мы встретились возле чуда. Синая. А-а-а. У Полинезии уже закрыта практически традиция. 4 традиции. Откуда столько культуры? Чудо, наверное. Ну, так у него Килиманджаро. А, да, Килиманджаро. И нашел одну руину. Так, сахар у кого-нибудь есть? Мне сахар нужен. Я никогда не дотянусь, у меня в 5-м радиусе, может быть, когда-нибудь в болоте висит. Так. Ну, попробуем. Или Артемиду. Хорошо, если я библиотеку буду строить, то что мне брать? Философию? Может, гильдии попробовать взять? Вот так, если пойти. Ну, блин, ну это ж не сейчас. Место. Так, блин, это Майя, у тебя что-то место. Ай, давайте не будем выделываться. Немножко в Лёху подселилось. Спокойно. Всё. Нормально, жизнь спокойно пойдёт. Кайфово в развитие поиграем. Лучше, что на него вдвоем бы конем всего. На него-то зачем быковать? Ну это если он скажет, что типа ты расселяешься. Так я же ему сказал, что он может там селиться. В начале игры. Да ладно, видишь, он все просчитал. Блин, тут у японцев тоже хорошие. Сижу игры. Себе в своей жопе, и что ты хочешь? В Японии хорошие места, знаешь, сколько холмов. Ну, собираю дань, что? Чтобы хоть как-то что-то. Что-то делаю. Как? Слева у меня там... Так, продолжаем добывать лошадей, тут производство, может на золото поставить? 3 хода и 6, а если так?
5 ходов и все равно 3, нормально. Оставим на слонах. Золотишко накопим. Так, ну следующим ходом должен взять лагерь, и этот лагерь раз квебек хочет. София хочет культуру, цитрус. Веллингтон хочет торговый пост, квебек только лагерь. А, японца я нашел, он уже... Да. Отношения с квебеком восстановлю. Я не захватываю сейчас? Захватываю. Так, ну, давайте дальше... Да. Философия рано. Знаете, может, деньги пойдем, попробуем. Петру, ну я думаю, что он американец Петру. Надо скаутами убежать этого. Это копье вернуть. Надо как-то думать, где четвертый город ставить. Правда, я не скоро его буду ставить, но размышлять об этом уже стоит. О, даже дружба сразу с квебеком. Так, этим скаутом побежим вот тут все рассматривать. Леон вырос. Продолжаем расти. Вернемся к копью. Слушайте, а София, ну, я думаю, что у кого-то уже больше армия, чем у меня. А, у Майя 31 тысяча. Так, на минуточку. То есть он точно собирается на кого-то нападать. Вопрос только либо на меня, либо на ниндзю. Я знаю, вопрос один. У нас же стратегический баланс, да? Да. Ну, что-то у меня в столице железа нету. А ты его точно открыл, да? Я его открыл, но у меня в 5-м радиусе. А ты ходил вначале? На одну клетку только. Ну, может, тогда было... А, на одну клетку? И то ближе к железу. Наоборот, пошел. Давайте мы, наверное... Не, может, ты на нем стоишь уже? Пойдемте вот этого обработаем. Нет. Но не повезло, значит. Что поделаешь? Что ли не повезет? Я вот тут смотрю, там кто-то апаться, походу, собрался в Медкрей. Это ты про себя? Не, про Майя. Майя тут, нет, видимо, решил с поляком воевать. Непонятно зачем. Я тут кружбу предлагал. Я, пожалуй, постою. Всякий случай послежу за тем, что будет Майя делать. Производству все. Да, Синай, конечно, не скоро. Но я его все равно заберу потом. Когда-нибудь. Ну. Сейчас вера не самое главное. Так, вот какая тут территория. Ай, блин. Ну, похоже, надо черты где-то тут ставить, как мне кажется, будет. Надеюсь, там Майя... Полякам завязнут в войне. Там у Польши что, целевой старт? У нее целевой старт, у него 3 железа столицы, у него 2 коня, у него амбарники, у него золото, у него овцы. Но это... Ну, ясно, да, понятно. Очень интересно. У меня ни хрена, ну, понимаешь. У меня куча картинок и еды, не так уж и много. Посмотрим. О, Полинезия. В другом конце мира. А я не буду никакие чудеса строить, так что на еду. О, понеслась уже. Он прям сразу на... О, сразу на Варшаву. Это прикольно. Ну, не хотелось бы, конечно, чтобы Майя его захватила. Полетели. На Луну сразу? Да.
Так. Всё, караван. Блин. Ну, давайте храм Артемиды все-таки. Тут эти вот воинственные ребята вокруг. Очень мне Ты не помнишь нравится. Правила? Да. Хорошо. Естественно. Сначала ты ждешь ответа одного юнита, только потом ты ходишь. Не волнуйся, это ниндзя не этот фасткликер даже был. Даже если он не будет ждать. Блин, может колясок настроить и на Майю? Но, блин, ну так не хочется ему Варшаву отдавать. Как бы никакой бы не был у него плохой старт вначале, но... Что-то Варшавы происходит. Ну, привет, Лёша. Здорово. Ну, наконец-то все встретились. Я еще безумикса не видел. А, ну. Ну, если мы как-нибудь встретимся. Да, если у Синая. Ну, если он захватит Польшу, я думаю, увидишь. Ну, это да. А тут все уже. Зачем да? тебе эта война, братан? А так дружили, вот пацаны вот. Он свой ник оправдывает просто. А, зачем мне война, чувак? У тебя две соли, у тебя все есть, ты расселился по всей карте, ты реальный лидер. Я больше бы еще американец вписался в эту войну, еще бы лучше было, но тут как бы ты бы победил. Я не готов вообще. Ну, смотри, ты тут либо ты тут победил, грубо говоря, либо, а я по-любому проиграл. То есть, ну, мне тяжело будет. Подожди, Безумикс, а как он тут победил, если его реально окружают трое? Вот просто трое могут на него. Я неправильно выразился, Леша. Извини, я говорю про то, что у него спот такой, что он, ну, реально как бы сейчас будет врываться. А я сделал ставку на быстрый фаст попытаться захватить. Не получится, ну, значит, не получится. Ну, то есть, как-то так. Но я пытаюсь, да. То есть, ну, я просто не вижу, как я тут с поляком вот так мирно буду жить, и все будет хорошо у нас. То есть... Ну, у тебя же есть место для городов, реально. Не знаю. Я, конечно, понимаю, что у него очень быстрый старт, но у тебя-то места тоже есть хорошие. И у него проблема именно в том, что у него трое соседей просто вокруг него. То есть мы можем его сдерживать, если захотим. Классику Безумец вышел и Меркер в классику. Давайте глянем куда. А, Безумец только сейчас. В Мидкорее, видимо. А, они все? 74, 81. Кто-то в Мидкорее, а кто-то закрыл вот полностью. Нет, я вас обманул, есть у меня железо столицы. Как ты его не заметил? Оно пустынное, что-то значки отключились. У меня же одни только твои. Да. Так, тут все понятно. Ты мне голдишки дашь? Тут вот за. Да какой ему голдишки? Слушай, у него 33 производства, у меня 17. Ну, какой голдишки? Да, не. Он меня выносит, но, смотрите, но... столь падает. Ничего он не выносит, я проигрываю эту войну, понимаешь? Тише, мы... Столь не падает, пацаны, чего вы не слушаете? Мы все видим. Я вижу, как уменьшается хитпоинт из стольни, и... На этот ход он тебе, по-моему, вообще не обстреливал ее. Или там одним, может быть, обстрелял. Да, да. Нет, он же падает, ему же надо помочь, наверное. А то он один-то не справится там. С таким-то спотом. Не, и поляку. Тут поляку точно помогать не надо. Мы договаривали, что не кликать. Ладно, все понятно. Ниндзя, что ты там начинаешь? Ну, Варшава я обстрелял, я согласен. Ну что, ну я потерял что, юнит, да. Спасибо тебе, ну что? Ну мы же да, договаривались. Варшава я согласен, что я обстрелял. Не, ну что, юнит? Ну, нет, подожди, подожди, нет, подожди, подожди, подожди. Зачем? Он зачем? Не умер. Нет, он я сейчас, умер я сейчас после... город не возьму, понимаешь? Все, ты построил стены, ты все сделал. Так он не умер после обстрела Варшавой. Чувак,
ты сделал 3 фастклика. Каких 3 фастклика? Я когда в Варшаве прострелял, закончили разговор, я все понял, хорошо. Не, я согласен, что я в Варшаве, типа, дохода... Закончили разговор. Вот ты согласен, значит, ты согласен. Херней ты занимаешься. Ну подожди, он после... Японец, ты куда повел поселенца? Ниндзя, давай... Подожди. Ниндзя, не делай так больше. Объявить то, что у него юнит не сдох, и он по-прежнему мог его увести. То есть я дождался, покуда мои остальные юниты... Можно я услышу, куда японец поселенца ведет? Я из-за вашего... Ну, чуть-чуть левее серебра. Потому что мне больше селиться в пустыне. Окей. Ну, то есть ты на море поставишь, да? Да. Я не против Сейза. Да, ну тут, видите, не надо, я уже четвертый город не смогу. Серебро лучше будет. Я тебе объяснил, но никак не влияло то, что я в Варшаве его обстрелял. Ты убил моего юнита. Ты походил... Он умер! Ты походи, подожди, я тебе задал только один вопрос. Ты походил быстро несколько ходов в один ход. Ты смотри, сделал, я сделал дуболома и обстрелял Варшавой твоего юнита. Юнит от Варшавы не сдох после того, как дуболом пошел. Тема закрыта, ты не отвечаешь на конкретно поставленный вопрос. Я тебе ответил на конкретно поставленный вопрос. Я играю так, как ты. Все. Блин, все-таки построили Артемиду. Ну ё-моё, я так и знал. Сейчас великая битва. А делают то же самое, что и ты. Перехода караван. Деньги 8. Давайте попробуем, наверное. Что, библиотеку попробуем гильдии взять. Мы вроде с тобой по-честному договорились. Я тебе объяснил то, что это... Ну все, хорошо. Я... Не хочешь играть по правилам, значит будем играть не... Ну, ниндзя, были же фастклики, правильно? Был же? Ты же не один раз. Я же объяснил. Не, я 2 раза походил. Я увел дуболома и обстрелял это Варшава, и он на юнит не умер. То есть он никак не повлиял на то, что я... Потом его... следующим ходом ты убил юнит. Когда ну, как, когда дуболом подвигался, я убил юнит. Нарушение было, оно было. Все, тем не, я согласен, то есть, что я... Я Варшава... теперь тоже с тобой буду нарушать правила. Вот такие... Эти проблемы. В пятерке просто все вместе не загружаются, знаете, такое. Сиди, жди. Прогрузы, потом отсчитывай. Нету совершенства. Не знаю, как так сделали разработчики, конечно. Ниндзя, только имей в виду, если ты сейчас отобьешься и решишь захватывать Майя, решишь захватывать его, я тебе сразу объявлю войну. Да я уже проиграл войну, вот как, уже без шансов. Тогда мир заключаете? Не сейчас. Ну, да, производство он не сможет. Ну, я повторяю, что если он... не захочет с тобой мир заключать и пойдет на тебя, я... Тут как бы у меня коляски быстро прибегают, я думаю. Зачем ему вот воевать на 2 фронта вообще? В принципе, тот вот клик как бы был решающий-то, ну ладно. Да я не думаю, что ты бы взял Варшаву, честно там, говоря. Не, я не взял там бы Варшаву. Там стены, ты никак там, не... Нет, ты стены и построил. И, во-первых, ты своего ты этого построил... не увел все, бы никак. Все, закончили. Все, с тобой бесполезно спорить. Окей, объясни, как ты повел бы своего Я не печника. Захватил бы Варшаву, я бы просто не потерял бы это. Нет, объясни, ладно, как. Ты через реку никак не... Я не буду тебе объяснять, как, потому что ты мне не даешь сказать. Ты говоришь только ты. Все. Ну, хорошо. Давай, скажи. Я не буду говорить, потому что ты мне не даешь сказать. Я тебе даю, вот только что сказать. Так, у меня есть вино. У меня есть вино на продажу. Никому не надо. Ребят, винище, ну чё, серьезно? Не, мне столько цитрусовые нужны будут. То есть тебе счастья не надо, ты чисто для этого улучшения города. Да, надо. Да. Не, ну если у тебя, конечно, слоновые кости нет, то в принципе можно. В смысле, ну, слоновые кости? У меня есть слоновая кость. Ну вот. А мне традиции нечем, в основном.
Так. Вопрос, если я украл рабочего, не хочу мириться с ГГшкой, я ж могу с ним мириться, да? Да. С ГГшкой можешь что угодно делать. Унижать ее всячески там. Так, пойдем-ка мы скаутом сюда. Следовать. Ну тут я понимаю, что такой полуостров, видимо. В котором рыться. Хотя. Можно сбегать, посмотреть, потому что я не уверен, что он так заканчивается. Когда Полинезия на карте, она может ломать карту Пангею. И он может вообще выглядеть как этот. Как фрактал какой-нибудь. Ему надо осторожненько. Производство. Производство. О, 2 на 2. Rise and Fall кто-то собирает. Ну, я бы сказал, что он такой средневатый старт. Глядя на то, какие места у поляка и какие места у японца. Ну, хотя в столице, может быть, еще и не... Ну, блин, раз, два, три, четыре, пять. Я еще тут не вижу. Вот представьте, какая тут конюшня офигенная. Конюшня просто даст 5 производства на ровном месте с каждой вот этой клетки. И здесь, это религии. В Осаке. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!